Samsung i9260 Hard Reset, чтобы сделать сброс на этом аппарате, ну, зажать три клавиши. Вверх, дом и питание. Вверх, дом и питание. Три клавиши держите, пока не загорится экран. Экран загорится, питание отпустить, а вверх и дом продолжаете держать. Пропала заставка, загорелся зеленый робот, бросили все клавиши. Прошивку можно взять или в теме своего аппарата на 4 ПДА, либо по ссылке в описании, я также положу прошивку. Скачивайте, я буду шить многофайловую прошивку. Значит, многофайловая прошивка отличается тем, что она затирает все области, которые нам нужны. Иногда вместе с ней еще идет PIT-файл, файл переразметки. Не знаю, есть у нас сейчас или нет. Откроем архив, который мы скачали по ссылке из описания. У нас тут есть и Один, и все вместе человек вам положил. Человек, вот его ник, STV-121. Значит, в корне диска C создаем папку без русских букв, без пробелов. В эту папку кладем содержимое архива. Оно большое, отвлекается пару минут. И сейчас продолжим. Так, извлеклось, скопировалось. Откроем Один, посмотрим, откроется ли он у нас. Да, открылся. Значит, что нужно сделать? Во вкладку Bootloader положить файл Bootloader. Во вкладку PDA положить файл Platform. Он у нас самый большой, его можно иногда назвать, он называется PDA. Но чаще всего у нас называется да, вот PDA он должен называться, у нас он называется Platform. Его выберем, он долго подгружается. Затем во вкладку Phone. Во вкладку Phone мы кладем файл Modem. Во вкладку CSC мы кладем файл CSC. Дальше. Драйвера. Ставите отдельно, ссылка на описание драйвера. Сейчас я извиняюсь. Драйвера ставите отдельно, есть ссылка в описании, везде далее-далее, совсем соглашайтесь. Драйвера не ставите, не ставится, отключайте проверку цифровой подписи драйверов. Ссылка на видео будет в описании. Значит, все, что нужно на компьютере, мы сделали, теперь на телефоне. Так, на телефоне зажимаете ему минус. Дом и питание. Минус дом и питание. Загорелось вот такое окно, нажимаем вверх. Смотрим, что у нас тут написано. Официал, систем статус, кастом. То есть тут его уже шил. До нас. Но это уже нам интересно. Подтыкаем его к компьютеру. Так как драйвера у нас поставились, в программе мы видим желтое окошечко с нашим компортом и просто нажимаем старт. Прошивка 10-15 минут, он отвалится, у нас стоит галочка автореboot, остальные галочки внимание не ставим, и он включится. И все, нажимаем ему старт, ждем прошивку, не прерываем, даем ей дойти до конца. Ну, в принципе, дальше смотреть уже по собственному любопытству, надо оно вам или нет, будет минут 10 он прошиваться. А так, вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.